Сначала человек изобрел колесо, потом деньги. Отсюда получается несложная формула. Колесо плюс деньги дают нам что? Привет, сосед. Привет, командир. Приобрел? Приобрел. Погоди-ка, сосед, не спеши. Ты думаешь, если приобрел новый автомобиль, то и осматривать его не нужно? Почему? Я на него днем и ночью смотрю. Да не смотреть. Осматривать его следует перед каждым выездом. Так новая же. Да новая-то она новая. Хорошая машина, очень надежная. И в отличие от многих других машин, неисправности... Коль скоро уже не возникают, обычно не приводят к быстрому и полному отказу автомобиля в дороге. Как говорится, конструкторы, инженеры, рабочие и испытатели АвтоВАЗа постарались на совесть. А вот сохранить надолго свежесть своей машины, ее высокие эксплуатационные качества, должен уважаемый ты сам. Чего же она болтается? Бери ключ на 10 и затягивай, чтобы не болталось. Теперь проверь контакт центрального провода высокого напряжения с катушкой зажигания и прерывателем-распределителем. Из-за неплотной установки проводов в клеммах и после хорошей тряски на неровностях, контакт центрального провода с катушкой и трамблером может исчезнуть, и двигатель заглохнет. Представляешь, звуковой сигнал, световые приборы, все будет работать нормально. И стартер будет прокручивать коленвал нормально, а двигатель не пускается. И все из-за такого, казалось бы, пустяка, неплотная установка проводов в клеммах. Какой уровень масла в картере должен показывать маслоизмерительный стержень? А между рисками минимум и максимум. Верно. Теперь ручку бензонасоса качни. Разок, другой, третий, четвертый, пятый. Полезно заглянуть и под автомобиль. Посмотри. Нет ли под ним пятен от подтекания жидкости? Сухо! Вот теперь садись за баранку. Опять спешишь. Холодный двигатель после стоянки в течение ночи пускают обязательно с прикрытой воздушной заслонкой карбюратора. Понял. Однако в теплую погоду, сейчас градусов 20 есть? Есть, наверное. Так вот, в теплую погоду воздушную заслонку открывают только наполовину. За исключением стартера, не поленись выжать педаль сцепления. Это намного облегчит прокрутку коленчатого вала и исключит затраты электроэнергии аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач. Теперь заводи. Плавно отпускай педаль сцепления. Слышишь? Частота вращения коленвала уменьшается. Выжми педаль сцепления еще раз. Вот. Частота вращения коленчатого вала восстанавливается. Отпускай педаль. Плавненько отпускай. Подожди заслонкой. Нужно, чтобы частота вращения коленвала была немного выше, чем на холостом ходу. Так, движок работает в слегка повышенном режиме. А ты пока проверь, горят ли у тебя указатели поворота. Левый. Правый. А теперь стоп-сигналы. Габаритные огни. Ближний свет.
Дальний свет. Теперь можно ехать. Копи ручку воздушный заслон себе до конца и трогай. А ремнями безопасности ты не пользуешься? Как да как? Напрасно. Ремни безопасности являются эффективным средством защиты от тяжелых последствий дорожно-транспортных происшествий. Стой! На свидание торопишься. Или у тебя денег много. А при чем тут деньги? Да при том, что устанешь менять резину. При резком трогании сильно изнашиваются шины. Особенно при пробуксовке на сухом асфальте или бетоне. И на ходовую часть такое трогание сказывается отрицательно. Большое значение имеет и выбор момента для перехода с низшей передачи на высшую. Слышишь шум трансмиссии? А чувствуешь, как машина идет рывками, с провалами? Это потому, парень, что ты все время спешишь. А поспешный переход на более высокую передачу не позволяет использовать полностью возможность двигателя и приводит к его перегрузке. Покидая свой автомобиль, не забывайте надежно затормаживать его стояночным тормозом. Заглушить двигатель. А ключ системы зажигания непременно забирайте с собой. Чаще всего двигатель останавливается в связи с прекращением поступления бензина в смесительную камеру или с отказом системы зажигания. Подобного рода причины в большинстве случаев могут быть устранены на месте, без больших затрат времени, после чего можно продолжать движение. Зажигание. Пошли. Пошли. Включай! Есть? Есть, есть. Дай мне свечной ключ. Ну нет, это я сам. Включай. Нет? Есть, но... Сними крышку распределителя
и поднеси центральный провод к центральному контакту ротора. Вот так. Это центральный контакт ротора. А, бегунка. Ага, бегунка. Учти, зазор должен быть 5-7 миллиметров. 5-7 миллиметров. Есть! Плохо. Почему? Это означает, что изоляция ротора пробита, и его необходимо заменить. Заменить? А, ну да, я приобрел на всякий случай кое-какие детальки. В запасе у водителя обязательно должны быть исправными контакты, конденсатор, ротор и крышка распределителя. Верно, молодой человек. Только я бы ее взял в дорогу. 2-3 свечи зажигания, диафрагму бензонасоса, игольчатый клапан карбюратора, 3-4 предохранителя, провода высокого и низкого напряжения и каждой лампочки по партии. Исправные детали можно поочередно устанавливать взамен тех, которые вызывают сомнения. Включай! Искры нет! Эта неисправность можно считать устраненной. Так, одеваем. А, зажимы. Вот. Теперь центральный провод. Вот так. А если сейчас не заведется? Что ж, проверим подачу бензина в смесительные камеры карбюратора. Так, первичная смесительная камера. Правая по ходу движения. Дай-ка я посмотрю. Вот, правая по ходу движения. Угу. Нужно открыть до отказа дроссельные заслонки. А где они? Резко нажав рукой. Ну, подожди. Тяги привода. Вот он, торец тяги привода. Из распылителя насоса ускорителя должна появиться струйка бензина. Струйки нет. Нажми еще раз. А? Нет. Нет? Что ж, если струйки нет... Дай-ка я пройду. Так, если струйки нет, нужно проверить, поступает ли она в поплавковую камеру карбюратора. Так, откручиваем. Угу. Так. Снимаем фильтр. Угу. Теперь отсоединяем шланг. Воздухозаборник. А, ну да. Молодец, ты делаешь очень грамотно. А теперь отсоедини бензопровод. А, это вот это? Ага. Вот так. Угу. Из крышки индукционной катушки вынь центральный провод высокого напряжения. Вот так. Угу. Теперь возьми конец топливного провода, чуть опусти его вниз, направляй вперед по ходу автомобиля, а я включу стартер. Опять? А зачем? Из топливного провода бензин должен поступать в виде сильно пульсирующей струйки. А разве рычагом ручной подкачки бензонасоса пользоваться нельзя? Можно, но нецелесообразно. Может оказаться, что бензонасос будет подавать бензин при подкачке вручную. Но не сделает это. При нормальном приводе от работающего двигателя. В общем, я включаю, следи за трубкой. Понял. Ну что? Еле-еле. В час по капле. В таком случае продуем топливопровод до самого бака. А это как? Отсоединяй трубку от бензонасоса. Отсоединил. Отлично. Не забудь снять пробку с наливной горловины. Ну, а это еще зачем? Чтобы лучше было слышно, дорогой. Mm.
Надеюсь, насос у тебя есть? А как же, дорогая? Забулькала. Да еще как? А теперь можно и подкачать. С удовольствием. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Пошел! Итак, дорогие коллеги-автолюбители, теперь мы с вами все возвращаем на свои места. Эту неисправность можно считать устраненной. Признайтесь, друзья мои, если бы у вас не было вас 2107, разве ваше путешествие было бы таким увлекательным? Ехала. Однако, обратите внимание на спидометр, молодые люди. Вы накатали, простите, более 2000 верст. А это значит, пора ехать на станцию технического обслуживания.